связи с ростом цен на недвижимость социальные программы по обеспечению жильем не теряют востребованность. Напротив, только набирают популярность среди льготных категорий граждан. Потенциальным владельцам будущих метров разъяснили, какие условия необходимо соблюсти, чтобы войти в число участников муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей». Критерии отбора – возраст не выше 35 лет и химкинская прописка. Участвовать в программе могут как полные семьи, так и семьи с одним родителем. Эти семьи получают гарантированную, фиксированную выплату на каждого члена семьи. То есть те молодые семьи, где уже есть дети, они также получают больше возможностей, в том числе не только для приобретения нового жилья, но и для расширения своих жилищных условий. Если семья у нас растет, она, соответственно, имеет возможность расширяться и нашим будущим химчанам, да, маленьким, давать возможность жить в комфорте. На сегодняшний день в муниципальной программе уже участвуют 8 семей городского округа. Планируется привлечь в проект еще минимум 6 супружеских пар.